Смотри. Джесси Уэскотта встречает. Где? А, ну и что? Она опять сидит в кабинете Макферсона. Вернулась из армии, и все по-прежнему? Да, личная секретарша шефа четвертый день. Отвратительный старик. Сколько ему лет? 62. 62 года и так неприлично ведет себя. Если бы у меня было столько денег, я тоже вел бы себя неприлично. Спроси, кого она встречает. Здравствуйте, Джесси. Поздравляю вас. Здравствуйте, спасибо. С чем? С шефом, конечно. Я имею в виду старика Макферсона и вашу прежнюю должность при нем. Может быть, мы выпьем по этому случаю, а? Слушайте, Паркер. Да? Спросите-ка Харви, что случается, когда мне говорят гадости? А что? Он сказал мне гадости. Я очень сильно ударила его по лицу. О, сюда. Очень хорошо, ударьте меня. Спроси, кого она встречает. Спроси ее сам. Я встречаю Гарри Смита. По поручению редакции? Да. Шеф срочно вызвал его из Японии. Что-то не похоже. Разве Смит опять пошел в гору? Вот уже год, как он ничего не пишет. А сейчас напишет. Спроси ее, в чем дело. Книга о России. Я рад, что вижу тебя. Очень рад. Даже больше. Зачем старик меня вызвал? Тебе снова придется поехать в Россию. Серия статей – большая книга. Странно. Мне кажется, я сейчас не совсем подхожу для этого. Ты очень подходишь. Никто не напишет лучше. Чертовски рад, что вижу тебя. Давно сняла военную форму? Уже полгода. Тебе шла форма и медаль. Это было красиво. Ты тоже был почти красивый в форме. Было хорошо, когда все было хорошо. Даже бомбежки и ночевки под машиной, помнишь? Тогда мы думали, что мир после войны станет лучше. А ты все не меняешься, Гарри. Нет, я старею. Ну, как ты жила это время? Жила, как всегда. Любила кого-нибудь? Только правду, Джесси. Любила, как всегда. Я не спрашиваю, кто он. А ты спроси. Кто он? Тогда зачем ты опять куришь? Больше не буду. Никогда. Может быть, поедем прямо к тебе? Нет. Да почему? Потому что это очень серьезно. Я даже не думала, что это будет так серьезно. Я, кажется, сейчас заплачу. Только, Джесси, я ведь вряд ли смогу быть хорошим мужем. Ничего, я постараюсь быть хорошей женой. Прости, Гарри, я могу считать это предложением с твоей стороны? Конечно, дурочка. Только с условием, квартиру ищешь ты. Я не умею. Не будет никакой квартиры. Я не хочу жить в городе. Меня тошнит от всего этого. Я хочу маленький дом. Хочу встречать тебя. Хочу, чтобы ты приезжал из города усталый и целовал меня в губы. Сейчас освободится кресло, сэр. Газеты, журнал? Я не читаю с утра ни газет, ни журналов. Это вредно. Очень хорошо. Это ты, Гарри, Смит? Да, я Смит. О, я узнал тебя по голосу. Престон, ты, кажется, хорошо выглядишь, а? Здравствуй, Гарри, уже прилетел? Уже прилетел. Ты не знаешь, зачем меня вызвал шеф? Книга о России. Хорошо заплатит. Почему именно меня? Тебе поверят читатели. А. Простите, сэр, Гарри Смит, правда, Россия, это вы? Да, это я. Очень хорошо, я вас сразу узнал по портрету. Вы читали книгу? Боже мой, разумеется, нет. Ну, я так и думал. Да, но я читал рекламный проспект. Ну, а как твои дела? Стало трудно работать в газете, Гарри. Почему? Пишем много глупостей. Шеф просто безумствует. Поворот на 180 градусов. Угу. Во время войны он пожадничал. Переборщил влево. Мир народов, дружба с Россией, это было в моде. Я ему говорил, не надо увлекаться.
А теперь он дает задний ход. Не хочет понять, что для этого даже автомобиль надо на секунду остановить. Вот именно, ему подай прямо полный назад. Ну, а возражать ты не пробовал? Возражать? Ну, какой смысл, Гарри? В конце концов, я для него не больше, чем рабочий на конвейере. Вчера я привертывал левое колесо. Сегодня он приказал привертывать правое. Начну возражать, наймет вместо меня другого, верно? Пожалуйста, Сэм. Сделайте меня красивым в пределах $1. Охотно, сэр. Он хочет того, чего хотят его большие хозяева с Уолл-стрита. Если он начнет им возражать, они вместо него найдут тоже другого. Верно? Верно, но противно. Не, противно, но привычно. Разрешите задать вам один вопрос? Валяйте, я уже в ваших руках. Почему у русских общие жены? Вот чего я не могу понять. Все понимаю. Но как можно жить в стране, где нельзя иметь даже собственный велосипед или жену? Этого я понять не могу. Ваша работа? Наша. Наша. Джесси? Здравствуй, Джесси. Здравствуй. Приехал. Приехал. Давно не видались в редакции? Да, давно не видались в редакцию. Мы разъехались с Филиппин в декабре. Значит, 1.5 года. Значит, так. Все-таки штатское тебе больше к лицу. Возможно. Тебе тоже. Когда ты кончаешь работу? Как всегда. А значит, в 11 в Бромли-клубе идет? Нет, я буду занята. Можешь спросить, с кем? Можно. Думаю, что Гарри Смит пригласит меня. Он уже прилетел. Я встречала его. По поручению редакции? Нет. Говорят, твоя жена некрасива. Да. И очень богата. Ну, когда я женился, я искренне жалел, что богата она, а не ты. Можешь мне поверить. Верю. Так она очень некрасива, да? Очень. О, боже мой, это мне совершенно неинтересно. Я спрашиваю, что сказал так? Так, ага, понимаю. Представьте себе, труп девушки на мостовой, кишки обмотались вокруг тумбы, а мозги на окне аптеки. Банально. Это материал для воскресной школы, а не для редакции. Шеф собрался отправить его в Россию. Да, я знаю. Это была моя идея. Он пробудет там 3 месяца. Если только он поедет. Он поедет. Это верно. Он начал выходить в тираж. Что? Ему необходимо возобновить свою репутацию, иначе я не получу за $500 в месяц. Я боюсь, что тогда ваш брак не будет счастливым. Он поедет. Не уверен. У него раньше были свои идеи о русских. Мне нет никакого дела ни до русских, ни до его идей, ни до того, что он напишет о русских. Я хочу иметь свой дом, своих детей и немного своего счастья. Мне надоело быть кукушкой. Он поедет. Шеф у себя? Он на завтраке у русских журналистов. Когда ты решила выйти замуж за Смит? Вчера. Что ж, выходит, что я вас сосватал? Я же посоветовал шефу вызвать его. Выходит, что ты нас сосватал. Смешно. Смешно. Постой, постой. Ты что, опять сидишь здесь? Я заменяю мисс Бридж. Она в отпуску. Да, с шефом отношения чисто деловые. Чисто деловые. Тогда он действительно постарел. Сигарет? Я бросила курить. Что так? Гарри не нравится, когда я курю. О, да, тогда это серьезно. Да, это очень серьезно. Здрасте, Джек. Ну, как вас тут без меня приняли? Не жалуюсь. Я могу идти? Можете, можете, все теперь можете. Бросает меня Джек. Не хочет со мной работать. Мистер Макферсон, я вам объясняю. Да не надо мне это объяснять вторично. Можете идти, Джесси.
Старею, черт возьми, старею. Ее больше устраивает работа в отделе информации. Старею. Смит будет через четверть часа. Но как эти русские журналисты? Ничего. Майк, вызовите Харди через 5 минут Престона. Харди к шефу. Харди к шефу. Харди, через час вы поедете на прощальную пресс-конференцию к русским журналистам. Задайте, между прочим, следующий вопрос. Правильны ли слухи, что они привезли с собой деньги для финансирования нашей угольной забастовки? В ответ на такой вопрос они только пожмут плечами? Конечно, вы и напишите, что в ответ на этот прямой и честный вопрос русские смущенно пожали плечами или что-нибудь в этом роде. Это уже ваше дело. А не слишком ли грубо для солидной газеты? Ничего, Харди известен как репортер скандальной хроники. В его устах это будет естественно. В крайнем случае скажет, вот свинья Харди опять написала очередное вранье. Ничего, ничего, можете идти. Мистер Престон, вас вызывает шеф. Мистер Престон, вас вызывает шеф. Здрасте, Бинь. Здрасте, шеф. Что у вас сегодня в России? United Press дало 50 строк Харнера. Русские в Вене. Харнер хвалит русских. Давайте. Непременно. Я не Херст, мы объективны. Дайте на 16-й странице. Еще. Статья Випмана о русских планах завоевания мира. И дальше 6-й. Еще. Сообщение итальянцев о появлении русских летчиков над Эритреей. Но это абсолютно несолидный бред. Первая страница с шумным заголовком. Русские завтра ждут опровержения. Ну и что ж, мы поместим его на 20-й странице. Заметку прочтут миллионы, опровержение 10 тысяч. Да, это очень неприятно. Даже автомобиль нужно на секунду остановить, прежде чем дать ему задний ход. Что? Мы стали работать слишком грубо. Да, мы стали работать грубо. Вы очень переменились, шеф? Переменился. И вам советую сделать то же самое. Желаю успеха. До свидания. До свидания. С каждым днем вы делаетесь тверже. Мне это нравится. Мне тоже. Через 3 минуты придет Смит. Ну что ж, я думаю, он согласится. Его дела слишком плохи. Он год ничего не писал. Гарри! Здравствуйте, шеф. Здрасте, Гарри. Здрасте, дорогой мой. Садитесь. Спасибо, сел. Здравствуй, Джек. Здравствуй, Гарри. Вы совсем не изменились, черт возьми. Напротив, в последнее время меня сильно мучила бессонница. Я впервые в жизни стал читать на ночь нашу уважаемую газету. Помогло? Очень. Но, судя по вашему новому курсу, вам, пожалуй, нет смысла посылать в Россию именно меня. Почему? Именно вам и надо поехать в Россию. Надо после моей книги. Твоя хвалебная книга о России, написанная в 42-м году, только поможет тебе сейчас написать новую книгу, полезную нам. Кому? Нам. Людям, считающим, что в Америке не должно быть коммунизма. Я тоже принадлежу к этим людям. Но если так, ты должен поехать в Россию и написать о ней всю правду. Я и тогда написал правду. Нет. Полегче. Что ты написал? Что русские храбрые солдаты? Что Сталинград героически оборонялся? А ты знаешь, что такое диалектика? Смутно догадываюсь. Диалектика — это наука о том, что все бесконечно движется и изменяется. Как приятно. Никогда в жизни так быстро не умел. Вот если завтра эти храбрые солдаты обернут свои штыки против нас, вот это и будет диалектика. Кстати, диалектика очень в моде у русских. Да-да, сегодня Балканы, завтра Европа, а потом... Так какая чепуха. А, чепуха. А ты читал Ленина? Империализм как последняя стадия капитализма. Заметь, последняя. Не читал. И ты не читал. Нет, я читал, и тебе совет. Подождите, Джек, я очень тороплюсь. Гарри, лететь через неделю, срок 3 месяца, книга через месяц после возвращения. Но часть пойдет статьями в газете. Гарантирую издание, гарантирую успех, гарантирую 30 тысяч долларов. Ответ завтра здесь в 12 ночи. Ваши «да» и мой первый чек на 7,5 тысяч. Подумайте. Прочти. Здесь вкратце изложены наши взгляды на сегодняшнюю Россию. Твоя статья? Моя. Не хочу читать. Напрасно. Она не блещет красотами стиля. Но некоторые мысли и главные названия могут тебе пригодиться. 10 причин, по которым русские хотят войны. Это неправда. Я мерз вместе с русскими на фронте под Гжатском. Я видел повешенных русских детей. Этого не может быть. 2 виски.
ты когда уехал из России? В декабре 42-го. А сейчас апрель 46-го. Все равно не может быть. Слушай, все коммунисты фанатики, а русские вдвойне фанатики. Их ничто не остановит, если только они смогут подчинить мир своим идеям. Надоело. Я прав. Слушай, сделай мне большое одолжение, оставь меня в покое. Я жду одного человека, и главное, ты это знаешь. Кстати, о человеке. Если ты собираешься жениться на Джесси, то тебе вдвойне следует подумать. Престон! Добрый вечер, Гарри. Иди-ка сюда, Билли. Постой с нами около стола. Не могу, тороплюсь. Стой. В чем дело? У нас такая игра, стоять втроем и молчать, пока один из нас не уйдет. Садись, Билли. Нет времени. Сядь. Поговорим. Опять в моем отделе такая дрянь напечатана, что просто противно. Рад за твое дело. Кстати, Гарри, посмотри 23 харди, которые я напечатал. Все-таки он страшная скотина. Какая свинья. Можешь сказать ему это лично. Вон он идет. Эй, Харди, на минуту. Здравствуйте, Смит. Доброй ночи, Гарри. Знаете, вы здорово изменились. А вы, к сожалению, нет. Садитесь. Некуда, надо кое-что написать. Не нужно писать, вы уже написали. Выпьем, я плачу. Два виски. Но зачем вы написали такое свинство, русский журналист? Ведь это же вранье. Есть люди, которые видели это. Врете. Видели, как русские журналисты передавали деньги нашим профсоюзным деятелям. Ну, будьте человеком, нас никто не слышит. Сознайте, что это вранье. Вам одному под честное слово. Да. Вранье. Идем. Пейте. Ну почему такая свинья, Харди, а? Идите к черту. Мне надоело это слушать. Ваше здоровье. Слушайте, Смит, заказывайте еще виски. Я раз в жизни на чистоту скажу все, что думаю о себе и, кстати, о вас. Еще одна виски. Я свинья. Свинья только потому, что всегда зарабатывал в 6 раз меньше вас или этой жирной туши Престона. Займитесь другим. Не умею. Бездарен. Репортер скандальной хроники. 20 строк скверно написанного скандала и все. И еще виски. Еще виски. У меня жена и 5. $10 за скандал, из которых 6 на пеленки на лекарства. Я, между прочим, очень люблю детей. У вас нет детей? Вот это хорошо. И выпьем за моих детей за ваш счет. И запомните, Смит, красивые поступки начинаются от $100 в неделю и выше. А за 50 приходится делать только некрасивые. Еще виски, чтобы я уж договорил все до конца. Еще одна виски. Двойной. Я свинья. А вы? Тоже свинство, но только за 30 000. Виски. И выпьем за вашу книгу о России. Непременно напишите, коллега. Я вам советую. Лучше гада за 30 000, чем гада за $10. А делать гадости придется все равно. Никуда не уйдешь. Еще виски. Еще виски. Нет, не могу. Я уже пьян. Доброй ночи. Доброй ночи, Харди. О, Гарри! Во! Здравствуй, Гарри. О, Харди. А ну-ка, выйдем отсюда, Харди, на пару слов. Извини, Гарри, это у меня займет ровно 3 минуты. Никуда я с вами не пойду. Оставь его в покое, Боб. О, ладно. Его счастье, что ты здесь. Вы, Мерфи, бросьте ваши штуки. А то я напишу вашему патрону, мистеру Херсту. Ведь вы служите у мистера Херста. Убирайтесь, пока живы. Хорошо, но вы служите у мистера Херста. Но я служу у мистера Херста. Дальше что? Ничего, мне было приятно это услышать из ваших уст. Идем, Боб. Идем. Счастливого пути в Россию, Смит. Два виски. Тебя посылают в Россию. Подожди, Боб, не хочу об этом. Ведь я тебя не видел целых 1000 лет с Новой Гвинеей. Здорово пьешь? Немножко больше, чем обычно. Почему? Скорблю о несовершенстве мира. И пишешь Харсту статьи, что во всем виноваты большевики. Наплевать. Что бы я ни писал, мир от этого не станет ни лучше, ни хуже.
Тогда за что же ты собирался бить беднягу Харди? О, это совсем другое дело. Еще два виски. Я же встречал этих русских ребят на Эльбе. Я пил с ними водку. Они простые журналисты, такие же военные корреспонденты, как мы с тобой. Какого дьявола он трогает журналистов, свинья? Пока шла война, мне 100 раз сказал, что после нее все должно перемениться. Банк добрых надежд прогорел, мой дорогой. Если бы мне было 20 лет, я, может быть, послал все к дьяволу, но... Мне уже 46, и у меня появляется скверная привычка высаживать виски ровно на 75 долларов в неделю. До войны ты пил меньше. Это было до войны. А теперь я исписался. Со скрипом 200 долларов и точка. И теперь, исключая пакости про журналистов, могу писать все, что будет угодно моему дорогому хозяину. Будь он проклят заодно с твоим. Но это все-таки не совсем одно и то же. Верно, не совсем. Мой правый край, а твой правый халпик. А в общем, из одной футбольной команды. 2 виски. Нет, 3 виски. Здрасте, Джесси. Вот это здорово, что вы пришли. Совсем не меняетесь, Джесси. Выпьем по этому поводу. Выпьем. Ну, я пошел. Посиди с нами, Боб. Нет, мне пора. Я знаю эту игру. Стоять втроем и молчать. Слушай, Боб, ехать мне в Россию, ты мой единственный друг, твое, да, это почти мое, да. 30 тысяч? Да. Да. Соглашайся, выпьем за твою книгу. А, впрочем, майор, дьявол, эту книгу. Выпьем лучше за 30 тысяч. Пойдем. Идем. Все равно половина Америки думает совсем не то, что мы пишем от ее лица. Мы как привязная борода. Сорвешь, еще неизвестно, как будет выглядеть это лицо. Соглашайся и выпьем за бороду. Повески! Нет, тогда уж лучше за лицо. Ну, за лицо. Что едет в Россию, а? Идите к черту. 30 тысяч. Кстати, нет ли у тебя 50 долларов, а? Ну, что ты, кто же меня просит деньги к вечеру? Вечером у меня их никогда не бывает. Вот все, что есть, 18 долларов. Спасибо. А то я вчера кутил с Джесси. Женишься? Да. Жаль. Она не будет меня любить. Почему? Не знаю. Все жены моих друзей меня не любят. Ты ее ждешь? Да. Я пойду. Подожди, Боб. Боб! А, здравствуйте, Джесси. А вы опять не меняете, Джесси. Каждый день не меняетесь. Ну, я пошел. Да, Гарри, дай мне мелочь на такси. Держи. Вот что, Гарри. Ты меня не спрашивал. Я тебе не советовал. Спроси ее. Это правильный адрес. Доброй ночи. Два мартини. Я очень счастлива. Пусть хоть теперь будет так, как я мечтала в юности. Эти кольца, хлопоты, поездки по магазинам и только что купленный дом. Я понимаю. Нет, ты не понимаешь. Ты не можешь понять до конца. Только такая старая грешница, как я, может так безумно захотеть совсем другой жизни. Наш дом. Наш. Пока ты будешь в России, я там сделаю все сама, своими руками. И когда ты вернешься, наш дом станет лучшим домом в мире для тебя. Мой седой. Бродяга, мой красивый. Тебе пора к Макферсону? Нет, я успею, говори еще. Быть вместе. Надеюсь, Бог не наказал меня, и у нас будут дети. Сын. Да, сын. Мой сын. Значит, ты тоже отвечаешь мне, да, ехать. Гарри. Ты знаешь? Я знаю, как тебе трудно. Ну, всего 3 месяца. И еще 1 месяц на книгу, Гарри. Принять это, как принимают касторку в детстве. Добрый вечер, Джесси. Гарри, почему ты здесь? Тебя ждет Макферсон. Сейчас я ему позвоню. А что ты ему скажешь? Сейчас я ему позвоню. Он согласится?
Не знаю. Думаю, да. Ну, прежде чем сказать «да», я хочу знать, это должна быть книга вашей первой страницы или, скажем, 12-й? Я не понимаю, не валяй дурака. Я спрашиваю тебя, должна ли моя книга пахнуть первой страницей вашей уважаемой газеты? Или я могу придать ей более приличный запах? Слушай, Гарри, мы с шефом вовсе не хотим давить на твою совесть. Пожалуйста, найди собственный вариант, но, разумеется, с учетом духа времени. Хорошо. Пусть он подписывает чек. И позвони ему сам, я забыл номер его телефона. Что вы думаете о возможности войны с нами? Спросил этого человека. Я думаю об этом только тогда, когда читаю то, что вы пишете в ваших газетах, ответил он. И внимательно глядя ему в глаза, стараясь проникнуть в глубину этого сдержанного, я бы сказал, недоверчивого взгляда, я опять спрашивал себя, хотят ли русские войны с нами, и опять отвечал себе, вот что, Мэг, вычеркните эту фразу. Ответ позже. Ответ все-таки позже. Я вычеркнула. А сейчас пишите вот что. Когда я был там, 4 человека спросили меня, напишу ли я правду. Это писать? Да нет, это я себе и вам. А сейчас пишите вот что. Русские ненавидят фашизм. Это веселый народ, но при слове фашист они сразу теряют чувство юмора. Они слишком хорошо помнят, что это такое. Вот почему, когда я задавал себе вопрос, готовят ли русские войну против нас, а черт, вычеркните эту фразу. Вычеркнула. Придется эту 5-ю главу опять закончить описанием природы. Я вообще на сегодня довольна, Мэг. На сегодня что-то у меня не идет. Ну, что скажет моя совесть? Что ж, эта 5-я глава могла бы быть честной. Да? Да. Ведь вы все время откладываете главную порцию честности на десерт, верно? Видите ли, Мэг, раньше я полагал, что можно быть честным и счастливым одновременно. А сейчас? А сейчас я уже не в том возрасте, когда рискуется урядным счастьем иметь жену, дом и чековую книжку. Я должен выбирать между честностью и счастьем. Ну и что же вы выбрали, Гарри? Как видите, я стараюсь пройти по самой узенькой дорожке, не задев ни того, ни другого. Не солгать и в то же время не рассердить Макферсона. Они же не требовали от меня 100-процентной лжи. Я поставил это им условием. Они мне разрешили писать полуправду. Я честно выполняю условия, пишу полуправду. И все-таки, Гарри, мне кажется, вы не удержитесь и договорите правду до конца. Может быть. Но пусть это будет в последний день и в последней главе. Я боюсь, Мэг. И мне очень хочется счастья. Пусть это будет один только месяц счастья. Я отвечу 30-го.
Конечно. Устал. А ты? Я очень. С этим яблочным пирогом, как говорит Мерфи, дьявольская возня. И вообще, Мак, там, по-моему, полная катастрофа. Сейчас бегу. Скажите, Мак, это интересно? Да, это очень интересно. Хоть бы вы уговорили его почитать мне. Когда кончу, прочту все сразу. Я сама по утрам убираю твой кабинет. А потом сажусь в твое кресло и думаю, думаю. А потом иду будить тебя. Ты счастлива, Джесси? Очень. Я 10 раз в день подхожу к твоей двери и слушаю, как ты ходишь по комнате. Гарри, начнем с того, что я абсолютно трезв. Что такое? Что это? Не понимаю. Возьми. Вот что, Гарри. Я приехал к тебе, чтобы сказать тебе... Забыл, что именно. Зачем ты напился сегодня? Ты же обещал приехать трезвым. Да, обещал. Но напился. У меня была для этого очень важная причина, я забыл. Нет, вот ради бога, не усаживай меня, мне станет гораздо хуже. Я лучше на ногах постою. А ты сядь. Вот, ты будешь сидеть, а я постою. Слушай, я хочу тебе открыть одну очень важную тайну. Ты всегда был моей совестью. Ты знал это? Почему это мы все держим свою совесть в другом человеке? О, нет, 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 ради бога, не говори умно. Когда я чего-нибудь не понимаю, меня сразу начинает тошнить. Просто ты был моей совестью. Был. А теперь мы оба из одной футбольной команды. Я должен был бы этому радоваться, а я не радуюсь. Почему это, Гарри, а? Почему я не радуюсь? Ну, скажи мне, почему я не радуюсь, что мы оба из одной футбольной команды? Вот, вспомнил. Именно поэтому я и напился. Ну, конечно, это Бог. Как всегда, пьян. Я здорово был, я на вчера вечер. Не заметил. А я вчера напился, потому что мне тоже подвернулось одно дело. Вот аванс, смотри. А что за дело? Довольно шикарное. Рекорд высоты с пассажиром на борту. А пассажир я. Серьезный самолет? Да нет, какой-то легкий реактивный самолет. Короче говоря, мне платят за радиопередачу с борт. Сколько? 1500. Не лети, ну их к черту. 1500 за 25 тысяч футов. А потом по 100 долларов за каждые 300 футов. А пилот обещал залететь хоть на 35 тысяч. Великолепный парень. Брось! Почему мне самому интересно? Еще 300 футов, еще 100 долларов. 35 центов в фут и врать не надо.
мне откровенно, ты за свою поездку не разочаровался в русских? Нет. Что же они, по-прежнему хорошие ребята? По-прежнему хорошие ребята. Ей-богу, это свинство с их стороны. Если бы они стали хуже, не было бы так совестно. Нет, они не стали хуже. Так лететь. Да не надо тебе лететь. А по-моему, надо. Джек, а как идут дела у Смита? Ничего. Наслаждается своим домом, женой. И пишет день и ночь. А что пишет? Повторите точно, что вы ему сказали тогда. Я сказал, как мы условились. Чтобы он писал собственный вариант, но с учетом духа времени. Не годится. Придется нарушить это джентльменское условие. Никаких вариантов быть не может. А я вам об этом сказал 4 месяца тому назад. 4 месяца назад было рано, а сейчас обстановка резко изменилась. И вашего Смита нужно довернуть вправо, как доворачивать винт до отказа. Сейчас это будет труднее. Ничего. Мы поедем к нему. А как будет называться книга Смита? Все так же. Почему русские хотят войны? Слишком прямо. А как вы думаете, Джек, русские в самом деле хотят войны? Сейчас, разумеется, нет. А потом? Тоже, вероятно, нет. Неважно. Я знаю одно. Они уничтожают капитализм. А я хочу уничтожить коммунизм. С той только разницей, что они это делают у себя дома, а вы лезете своей лапой в чужую страну к ним. Простите, вы не собираетесь записаться в коммунистическую партию? Пока нет, но я не тороплюсь воевать. А я тороплюсь. Я стою за немедленную, предупредительную войну против коммунизма. Немцы ошиблись только в одном. Они считали высшей расой себя. А высшие расы — это мы, англосаксы. И в конце концов, 50-100 атомных бомб, и не будет никакой Москвы, ни Ленинграда, ни 15 миллионов населения, из которых по меньшей мере 2 миллиона коммунисты. И так уж плохо. Да, но я боюсь, что война будет сейчас недостаточно популярна, дорогой мой. А это ж наша обязанность сделать ее популярной. И потом, немного усилий любой народ можно уговорить в чем угодно. Торопитесь, торопитесь, немножко торопитесь. Это не моя мысль, это мысль нашего берлинского друга, и, кстати, он был прав. Да, но он тоже поторопился. Скажите лучше, Джек, а Смит истратил свои 7,5 тысяч? Не знаю. Напрасно, надо бы знать. Это мы сейчас выясним. Сколько стоит его дом? 1020, я думаю. Задаток минимум 4 плюс обстановка. А машину он купил? Купил. Скажем, в рассрочку. У него, кажется, есть мать. А при чем тут мать? Ну как же, он хороший парень. Он, наверное, послал ей долларов 300, а то и 500. А у Джесси деньги есть? Не спрашивал. Мне казалось, что вы должны знать. Впрочем, учитывая вашу щедрость, у него вряд ли есть деньги. Да. Мне кажется, вашу щедрость тоже не мешает учесть. Ну, не будем спорить. Словом, денег у нее нет. Смит гол как палец, и мы без труда его довернем. Здравствуй, Гарри. Здравствуй. Привез к тебе шефа посмотреть твою берлогу. Здравствуйте, шеф. Надеюсь, вы нас извините, Гарри. Я рад садить. Виски? Нет, мы на минуту завернули по дороге. Великолепная берлога. Довольны? Очень. Хорошо работается здесь? Неплохо. Поезд готова к сроку? Да. Кстати, Гарри, ты продолжаешь читать на ночь нашу газету? Нет. Напрасно. Знаете, Гарри, человек, у которого есть такой дом, машина, жена, уже не может жить, если у него нет такого дома, такой машины и такой жены. Вы понимаете мою мысль? Не совсем. Ты что пишешь о русских? Я точно выполняю наши условия. Пишу свой вариант с учетом духа времени. Не годится. Устарело. Вам придется ответить точно. Русские хотят войны. Мало того, они очень хотят войны. Им просто необходима война с нами. В этом русском вопросе не может быть середины, дорогой мой. Тем более, что они действительно хотят войны. Мне не нравится, что ты молчишь, Гарри. Джесси дома? Да. Передайте мой привет и скажите, что я желаю ей много-много лет жить в этом доме. И если возможно, с вами. Вы не находите, Чарли, что эта односторонняя беседа немного затянулась? Почему? У нас еще есть целых 40 секунд. Хорошо, шеф. Я согласен с вами. В этом русском вопросе действительно нет золотой середины. Я постараюсь ответить точно так, чтобы не оставалось никаких сомнений. Надо будет только немного исправить первые главы. Но это ничего.
Я тоже думаю, что это ничего. Ну, желаю успеха, Гарри. Это правильный путь. Умный человек, с ним приятно иметь дело. Скажите ему о рекламе. Да, Гарри, Джек предлагает начать предварительную рекламу немедленно. Вы не возражаете? Если вы не боитесь рискнуть. А вы боитесь? Нет. Ну что ж, я подумаю. И еще. Он рекомендует назвать вашу книгу «Почему русские хотят войны». Как вам? Не очень. По-моему, тоже. Слишком прямо. Они лучше ли отрезать первое слово? Просто «русские хотят войны» и большой вопросительный знак. Большой вопросительный знак. Неплохой рекламный трюк. А чего? «Русские хотят войны». И маленький вопросительный значок. Втрое меньше букв. И два заметные, но объективные. Ну что ж, я, пожалуй, рискну начать предварительную рекламу. Ну, наконец. Спасибо за визит, шеф. До свидания, Гарри. До свидания. Бек! Зачем они приезжают? Проверить, как я работаю. Вот что, Мэг, я решил. Мы не будем приберегать честность на десерт. Мы скажем, что думаем сразу. Надо будет только исправить первые главы. И вам не страшно, Гарри? Мне очень страшно. Черт меня дернул послушаться Джесси и купить этот дом в рассрочку. Все в рассрочку. Даже машина, на которой вы приезжаете, тоже в рассрочку. Но жена не в рассрочку. Жена? Да, жена не в рассрочку. А впрочем, не знаю. Ничего не знаю. Гарри, вы негодяй. У вас хорошая жена, она вас любит. Да, меня она любит. Но я еще не знаю, как она отнесется к автору этой книги. Я даже не смогу упрекнуть ее, если она уйдет от меня. Она так хотела счастья. А что я смогу предложить ей? Нищету? Она не уйдет от вас, Гарри. От вас такого, каким вы были в молодости, и каким опять сейчас стали, уйти нельзя. Не знаю. Да скажите ей все. Ни за что. А вдруг нет? А так все-таки еще две недели. И вы тоже молчите, Мэг. Джек, это я, да. Немедленно к Смиту. Да-да-да-да-да, сейчас же ночью. И доставьте его ко мне живым или мертвым. Живым или мертвым. Это идиот, тупица. Вы идиот, вы тупица. Именно. Зачем? Разве это не праздник, что ты кончил книгу? Я думала, что это праздник. Но у нас, вероятно, уже нет денег. Конечно, нет. Вот уже неделя, как их нет. Ты заняла? У меня было $1000. Я сберегла их еще в армии. Не надо было тратить эту тысячу. Я выполнила ваше поручение. Вот он, полюбуй. Спасибо.
Спасибо, Мэр. Я даже сидела в мужской парикмахерской, пока мистер Мёрфи стригся и мыл голову. А я мыл голову только для того, чтобы прийти в себя. И заметьте, два раза. Да, два раза. Я почувствовал, что одного раза недостаточно. Парикмахер вздумал протестовать, я заявил, что голова моя. А что и свою собственную голову я имею право мыть хоть пять раз подряд. Вы веселы сегодня? Это очень хорошо. Ну, развеселите Гарри. Ладно. Вот, посмотрите, какой я для него приготовил сюрприз. Что это? Макферсон сегодня отвел целую страницу нашему Гарри. Здесь написано, какой гениальный будет книга. Какой он сам талантливый, объективный и честный, и как все это недорого будет стоить. Русские хотят войны. И маленький вопросительный знак. Очень внушительно. Макферсон уже прочел эту книгу? Нет. Что? Не читая книги? Но, честное слово, это бывает раз в 100 лет. Да, это бывает раз в 100 лет. Идемте, Мэг. Где Гарри? Джек? Где Гарри? А, вот он. Слушай, я ничего не понимаю. Мне только что позвонил Макферсон, велел привести тебя немедленно, живым или мертвым. Зачем же мертвым? Я предпочитаю живым. Судя по голосу, он был просто в бешенстве. Вот как? В чем дело? Может, что-нибудь перевернулось, ему вдруг понадобилась совсем другая книга? Возможно. Ты думаешь? А что же произошло в мире? Я перебрал в памяти все международные телеграммы. Ничего, ровно ничего. Ну что ты молчишь? Это же тебя касается. Черт возьми. Не волнуйся. В мировой политике нет никаких перемен. Просто я написал честную книгу о России. Что? Я ответил отрицательно на вопрос, хотят ли русские войны. Как? Я написал правду, понимаешь? Почему ты нервничаешь? Я причинил тебе неприятности. Мои неприятности — это пустяки. Лучше подумай о своих неприятностях, пока не поздно. Поздно. Нет, не поздно. Я не знаю, что ты там написал, но я знаю по опыту, что любую книгу можно вывернуть наизнанку в течение 10 дней. А шефа, я уговорю, он пойдет на это. Он — да. Я — нет. Ну не будь идиотом. Может быть, пойдем все-таки в бар? Я с тобой говорю как друг. Нет. Ты просто не хочешь портить себе репутацию. Ведь это ты уговорил шефа сделать из меня подлеца. И раз это так, я непременно должен стать подлецом. А я не стану. Ну-ну. Вы с Макферсоном выдаете себя за врагов России. Но ведь это только четверть правды. А три четверти? А три четверти в том, что вы враги Америки. Вы хотите заставить 10 миллионов американцев снова надеть военную форму. А на тех, кто вам возражает, вы хотите надеть намордники. Но этого не будет. Да? Ну вот что. Во-первых, с завтрашнего дня ты будешь нищим. Возможно. Во-вторых, рано или поздно от тебя уйдет Джесси. Не стоит говорить о Джесси. Нет, стоит. Нет, не стоит. Я с тобой говорю как друг твой и ее. Опять лжешь. Ты не друг, ни мой, ни ее. Я знаю все, что у вас было в Австралии. И довольна об этом. Она тебе сказала? Конечно, нет. Когда у женщины бывает черное пятно в жизни, особенно вот такое, она не любит об этом вспоминать. Не подходи ко мне. Дело не ограничится мелкой дракой. Я просто убью тебя. Лучше сядь. Вот так. Сказать по правде, я очень давно не люблю тебя, Джек Гульт. Я не люблю тебя за то, что таким, как ты, удобно жить в моей стране. Я не люблю тебя за то, что я в 10 раз талантливее и в 100 раз беднее тебя. Я не люблю тебя за то, что моя жена была когда-то твоей любовницей. Не потому, что она любила тебя, а потому, что ты всегда поспеваешь дешево купить дом, когда умер хозяин, или дешево приласкать женщину, когда она одинок. Я не люблю тебя за то, что ты считаешь, что быть подлецом — это естественное состояние человека. Не будем больше лгать и говорить о дружбе, Джек Гульт.
Мы с тобой два разных человека. Если хочешь, две разных Америки. Я пойду выпить виски один. По правде сказать, мне даже не хочется угощать тебя на свои последние деньги. Смотрите, читайте, любуйтесь. Это вы выдумали этого Смита. Вы посоветовали мне вызвать его сюда. Черт вас возьми. Я вам говорил, либерал, я вам говорил с самого начала. Что вы мне говорите? Что вы стали черные условия? Рекламу не читали ваши книжные газеты. Черт вас. Где Смит? В баре? Он сказал, что допьет свои виски и придет. Хорошо. Пусть допьет, пусть допьет. Начать рекламу, не читая книги. Это первый раз в моей жизни. Да, вы стареете. Начинаете идиот, идиот. Это вы идиот. Вы постарели, а вы постарели, Чарли. Что, слушал такого идиота? Вы начинаете прыщать. Здравствуйте, шеф. Здравствуйте, Гарри. Садитесь. Спасибо. Я просмотрел вашу книгу, признаться, с большим интересом. Люблю неожиданности. Я написал то, что я видел в России, то, что я об этом думаю. Видите, меня никогда не интересовало, что думают мои сотрудники. Меня интересует, что они пишут. Вот вы написали книгу, которую я не могу издать. Не так ли? Так. Очень хорошо. Вы, вероятно, приготовились к мысли, что вам придется лишиться дома, машины, работы в моей газете. Должен вас разочаровать. Это будет только начало. Вы лишитесь работы вообще. Об этом уж позабочусь я, но это мало. Найдутся 10 американцев, которые за честные американские доллары покажут, что вы платный агент Москвы, и что они сами видели, как вы получали русские деньги за вашу книгу. Вами займутся все 38 моих газет. Вами займется сенатская комиссия. Вам придется оправдываться. Вы знаете, что значит оправдываться? И вот когда вы станете совсем-совсем нищим, от вас уйдет ваша жена. Нет, она умнее. Она уйдет раньше. Поняли мою мысль? Да, понял. Очень рад. Теперь подумаем, как этого избежать. Вашу книгу можно переделать за 10 дней. Я не буду переделывать книгу. Это, пожалуй, верно. Вам будет трудно. Но я подыскал человека, который это сделает за вас. Вам обойдется в 2-3 тысячи долларов. Держите. Что это? Это ваше разрешение внести в книгу любые поправки. Подпишите. Я этого не подпишу. Подумайте. Я уже подумал. Чего еще раз подумайте? Нет. Хорошо. Вам будет плохо. Очень плохо. Но когда вам станет совсем плохо, когда вам нечего будет есть, вы можете прийти обратно сюда, ко мне в газету, и я возьму вас на работу. Конечно, редактором отдела я вас не возьму, корреспондентом тоже, репортером нет. Просто репортером я вас не возьму. Я возьму вас полицейским репортером. 10 часов в день в полицейском участке за 35 долларов в неделю. 8 строк о краже и 6 о пожаре. Или наоборот. Не так плохо. Я сам когда-то с этого начинал. До свидания, Гарри. Счастливого пути. Так не забудьте, я помогу вам в ваш черный день. Вы будете у меня работать полицейским репортером! Будете работать полицейским репортером! Джек, вчера приехал Денис Митчелл. Он был дважды в России. Он должен сесть и задним числом написать то, чего мы ждали от Смита. Да, но Денис Митчелл это тоже тип, вроде Смита. Вот поэтому он мне и нужен. Он может заортачить. Ерунда, вы должны его купить. Мне нужна эта книга России.
Не нужна она к выборам в Конгресс. Мы ударим ею по всем нашим левым. Не обманывайтесь, Джек, они гораздо сильнее, чем кажутся. Во Франции тоже когда-то не было ни одного коммуниста в парламенте. Теперь их надо бить, бить сейчас же, пока не поздно. Бить, бить, бить! О, Гарри! Меня послала Джесси. Она все знает, я все знаю. Плохо? Очень. Не заплатят больше ни цента. Хуже. Позволь, но ты понимал, когда садился писать? В общем, понимал. Понимал. Дьявол. Это было сильнее меня. Мне в России стало стыдно. Стыдно за тебя, Боб. Стыдно за всех нас. За то, что мы заставляем каждый день всю Америку жевать вместе с завтраком вот всю эту отраву. Я вспомнил, что я человек, и написал эту книгу. Будь она проклята. Ну, ладно, дело сделано. Поехали. Значит, плохо. Да, плохо. Подожди. С кем у тебя договор? Статьи должен напечатать Макферсон, а книгу издать Кейслер. Нет, нет, нет. С кем договор юридически? С Кейслером. Лифт. С одним Кейслером? С одним Кейслером. Так, значит, Макферсон осел. Поехали, Джесси ждет. Ну, не валяй дурака, Боб. Да нет, здесь кто-то другой дурак. Реклама уже напечатана. О твоей книге знает уже весь Нью-Йорк, это же скандал. Что-то хорошее. Так это же великолепно, дури! Я ничего не понимаю. Ну, книга юридически принадлежит Кейслеру. Ну, Кейслеру. Грандиозный скандал. Кейслер обыкновенный делец, так? Его интересует только доллары, так? Ну? Он в два счета продаст Макферсона и издаст свою книгу один. Он напечатает контррекламу. И даст на суперобложке всю историю... Всю эту скандальную историю с заказом книги. Книга разойдется мгновенно. Он заработает 100 тысяч. Поехали, Джесси ждет. Вы нет, подожди, подожди. Бог. Нет, 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 поехали, 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 поехали. Поехали. Деньги есть деньги. Лифт, мистер Мерфи. Деньги есть деньги. Кейслер пешком пройдет всю Сахару, если только на другом конце я услышит запах доллара. И твой Макферсон ни черта с ним не сможет сделать. Гори. Немедленно идем в бар и выпьем. Неужели это правда, Боб? Клянусь, я брошу пить, если это неправда. А ну зачем же такие страшные клятвы? Я не боюсь, я ничем не рискую. Идем немедленно в бар и выпьем. Хотя нет, нельзя идти в бар. Надо ехать домой. Джесси ждет. Дома выпьем. Хотя нет, нельзя ехать домой. Надо немедленно найти Кейслера. В этом день нельзя терять ни минуты. Хорошо, давай с Кейслером. Или вот что, ты лучше поезжай домой и успокой Джесси. А я буду искать Кейслера. Ладно, ты приедешь, как только договоришься с ним. Хорошо? Хорошо. Очень хорошо. Имей в виду, мы тебя будем ждать. Очень хорошо. Очень хорошо. Очень хорошо. Одно виски со мной, а? Не могу, тороплюсь. Ну иди сюда, сядь. Два виски. Ну что ты скажешь? Как мои дела? Что тебе сказать, Гарри? Ну что сказать? Сказать правду. Насколько я знаю, шефа, твои дела из рук вон плохи. Да. Ну поживем, увидим. Ведь есть еще Кейслер. Он должен быть здесь через полчаса. Вот как? Ты надеешься на Кейслера? А я думаю, что Кейслер сейчас сидит в кабинете Макферсона. Я думаю, что Макферсон говорит Кейслеру. Слушайте, Кейслер, не дай вам Бог издать эту книгу. Ну, а если я все-таки издам? Вам будет плохо. Очень плохо. Благодаря этому скандалу вы рассчитываете заработать на книге Смита 1100, так? Так. А судя по вашим каталогам, вы хотите издать в этом году еще 37 книг, так? Так, так. Так вот. Вы заработаете на книге Смита 1100. Но предупреждаю вас, что все 38 моих газет сделают все, чтобы утопить все ваши 37 книг. Я разорю вас, Кейслер. Вы поняли мою мысль? Вы хотите запугать меня, мистер Макферсон? Но 100 тысяч это 100 тысяч. Я еще не знаю,
Следует ли мне пугаться? Поверьте мне, что следует. Так ты думаешь, что Кеслер не придет? Посмотрим. Слушай, Гарик, я редактирую иностранный отдел большой желтой газеты. Все грязное белье мира ежедневно проходит через мои руки. Не будь ребенком, Гарри. Америка теперь делает большую политику. Нам нужна Европа, нужны Балканы. Нужен Дальний Восток и Ближний Восток. Нам нужны все моря, все заливы и проливы. Все острова и полуострова, все закоулки и переулки всего мира. Нам нужна война. А для войны нужна плохая Россия. То, что ты читаешь теперь в 46-м году, это детский лепет. Ты почитай нашу газету через год, через два. Тебе покажется, что дух Геббельса редактирует ее. Сегодня тебя вышвырнули на улицу. Через год таких, как ты, будут сажать в тюрьму. Пойди к Макферсону. Извинись перед ним. Переделай книгу. Получи остаток денег. Поезжай домой, молчи как мышь, будь счастлив и отпусти меня, потому что мне действительно некогда. Да, Рузвельт умер не вовремя. Вот как? А я напротив. Думаю, что он умер очень своевременно. Не понимаю. Меня всегда удивляло, почему крупные, прогрессивные политические деятели так часто умирают именно в ту самую минуту, когда это необходимо реакции, сидящей рядом с ними. Ты с ума сошел? Нет, не думаю. Ты хочешь сказать, что... Я ничего не хочу сказать, я только удивляюсь. Идиот! Вот это верно. Здрасте, Мерфи. Ей-богу, Гарри, пойми, Россия не станет счастливее того, что Гарри Смит будет безработным. Идиот, ты же семейный человек, но зачем ты мучаешь свою жену? Я не мог вернуться домой, не повидав Кеслера. Ты не видел его? Нет. Он мне назначил встречу здесь в 11 часов. Что делает Джесси? Ничего. Собралось много гостей, не спали всю ночь, было очень весело. Если бы она могла понять, как мне ровно ничего не страшно, если она будет со мной. Когда летишь? В понедельник. Плохой день. Кеслер что-то запаздывает. Боюсь, что он совсем не придет. Придет. Выпейте со мной, Смит. Не хочется сейчас. Но я совершенно не могу пить в одиночестве. Но я вас очень прошу. Выпей, выпей с ним, Смит. Ну, выпей. Два виски. Вы молодец, Смит. Разрешите пожать вам руку. Спасибо, Паркер. За ваше счастье, Смит. Говорят, вы здорово написали эту книгу. А ты, Боб? Нет, я лучше посмотрю на вас. Вот он. Что я говорил? Здравствуйте, мистер Кеслер. Мы вас ждем. Здравствуйте. Извините за опоздание. Знакомьтесь. Мы знакомы. 5 лет назад я издавал вашу книгу. Кажется, последнюю. Да, кажется, последнюю. Садитесь, мистер Кеслер. Благодарю вас. Мистер Смит, мне очень нравится ваша книга, но издать ее я не могу. Ну, что теперь будем делать? Что, пить? Нет, я не буду. Просто возьми. Да здесь нет. 300. Вам хватит на 2 недели. Ну, не будь свиньей, возьми хотя бы ради Джесси. И пусть она привыкает понемножку, не сразу. Ей не надо было отвыкать от бедности. Я ей дал отвыкнуть. 300, да? 300. Я уже 2 недели живу на ее деньги. Да. Вот тебе еще $20. Когда я улечу, ты купишь там какой-нибудь букет на эти деньги и подаришь от меня Мэг. Что? Чтобы ты не забыл, я тебе положил в этот карман. Купи ей сам. Ну, я улетаю на тренировку. Ну, ты купишь ей букет, ладно? Ну, хорошо, куплю. Ну, иди. И будь здоров. В долгий путь. Ну и мне в долгий путь. Молчи. Давай помолчим.
это вы, Гарри. Простите, я, кажется, уснула. Ну, как у вас дела с Кеслером? Не надо, Мэг, не спрашивайте ничего. Провалилась. Ты куришь, Джесси? Да, курю. Я не мог иначе. Я виноват перед тобой, но я просто не мог. Оказывается, лгать очень трудно. Ничего, молчи. Я люблю тебя и постараюсь привыкнуть. Я постараюсь стать лучше. Сказать по правде, вот уже 10 дней, как я стараюсь стать лучше. И все-таки это хорошо, что вы написали книгу. Теперь-то я могу, наконец, сказать, вы здорово ее написали. Не надо об этом, Мэг. Почему? Надеюсь, теперь-то мы ее прочтем? Ведь это уже не тайна. Ты сердишься на меня? Очень. Но, тем не менее, мне приятно знать, что она хоть здорово написана. Здорово, Мэг, здорово. Джесси. Что? Идиллия кончилась, Гарри, и начинается жизнь. И у меня будут иногда вспышки дурных чувств. Но это ничего. Я думаю, что в конце концов я с собой справлюсь. Гарри. Что? Через неделю из Европы возвращается наш Вильям. Наш Вильям. Вы же начинали у него. Вы сделаете из книги 10 статей, а он напечатает их. Ну, правда, в левой газете не бог весть какие деньги, но это лучше, чем ничего. Если он рискнет. Вильямс? Да, Вильямс. Гарри. Хотя, пожалуй, он рискнет. Конечно, он рискнет. Джесси. Да, милый. Честное слово, он рискнет. Очень хорошо. Что хорошо, ты меня слушаешь? Да. Что да? Да, я слушаю. Да что с тобой, Джесси? Джесси. А, это ты, Джесси. Я знал, что рано или поздно ты придешь. Садись. В чем дело? Судя по твоей позе, может быть, не стоит начинать разговор? Нет, от чего? Очень стоит. Я весь внимание. Хорошо. Так трудно, как сейчас. Мне еще никогда не было. Но я пришла к тебе, а не к Макферсону. Я хочу, чтобы ты сказал мне честно. Можно чем-нибудь помочь? Кому? Гарри и мне. Так. Ну, начнем с Гарри. Я очень тебе благодарен, что пришла именно ко мне. Но я боюсь, что дела его плохи. Старик очень сердит. Он возьмет его полицейским репортером, не больше. А ты? А я могу сделать только то же самое. Я же завишу от Макферсона. Это все? В отношении Гарри, да. Ну, а что касается тебя, лично тебя, тебе помочь можно. Каким образом? Видишь ли, я купил ваш дом. Он мне очень понравился. Ну, а ты, вероятно, к нему очень привык. Ты можешь остаться там в качестве хозяйки. Ничего не изменится. Ну, разумеется, кроме хозяина. Это, конечно, слабый ответ. Это недостаточно остроумно. Но, прости, ничего другого я не придумала. Я забыл тебя предупредить. Мебель мне не понравилась. Я попросил ее убрать как можно скорее. Так что поторопитесь выспаться с Гарри, а то потом будет поздно. Слушай, если ты вздумаешь еще раз меня ударить, я тебе отвечу. И никто не увидит, здесь никого нет. Честное слово, я тебя сейчас ударю. Куда ты ходила? Ходила по саду и в гараж. Зачем? Не знаю. Он такой грустный, когда в нем нет машины. Сегодня компания Меркури передает разговор с Бобом с борта самолета. Да. Я настроил радио, слышишь? Да, милый. Сейчас должен приехать Вильямс. Мне звонила Мэг. Внимание, говорит радиокомпания «Меркури». Час назад начался полет на установление рекорда высоты на самолете «Хэтчисон 52». Представитель фирмы «Хэтчисон» находится сейчас у нас, в радиостудии, и вместе с вами взволнованно следит за полетом.
На борту самолета находится наш корреспондент Боб Мерфи. Мы будем разговаривать с ним каждые 15 минут. Здравствуйте, Боб. Здравствуйте. Как высоко вы сейчас? Ничего не разберу на этом чертовом циферблате. Кажется, 20 тысяч футов. Смелей, Боб, вы приближаетесь к рекорду. Да, и мы на этом не остановимся, будьте уверены. Вы уже в кислородном приборе? Да. Дьявольски хочется выпить, но в кислородном приборе это абсолютно невозможно. Что вы видите под собой? К счастью, одни облака. Почему к счастью? А потому что я вот уже 40 лет ежедневно вижу вашу землю, и она мне здорово надоела. Ну, до свидания, Боб. Через 15 минут мы возобновим разговор с вами. До свидания. Чертовски холодно. Можете говорить. Ну что же, они прекрасно понимаете. Чего? Здравствуйте, Мэг. Здравствуйте, Фред. Здравствуйте, Гарри. Садитесь. Рассрочка? Да, рассрочка. А дом? А потом дом. Только что Боб говорил с борта самолета. Что он говорил? Да то, что всегда, что дьявольски холодно и что чертовски ему хочется выпить. Куда мы? Я пойду посмотрю, что делает Джессики. Все-таки вы молодец, Гарри. Вы все такой же молодец, как были когда-то. Спасибо, Фред. Хорошо знать, что такие, как вы, живут на свете. Я тоже рад вас видеть, Фред. Здравствуйте, Мэг. Наливайте себе вот там, на полу. Здравствуйте, Джесси. Наливайте себе и выпьем. Оказывается, это очень весело пить посреди совсем пустой комнаты. Джесси, я привезла Вильямсон. Там внизу они обязательно договорятся. Сколько? Что сколько? Сколько долларов в неделю? Джесси, что Джесси? Ну, не смотрите на меня так. Я не хочу чувствовать себя продажной тварью. Давайте лучше молчать и пить. Нет, Мерфи прав. Вы слишком порядочны. Я просто спрашиваю вас, сколько долларов в неделю получит Гарри у вашего Вильямса? Не знаю, долларов 30, может быть, 40. О, это роскошно, Мэг. Я смогу почти каждый день обедать, и даже раз в месяц Гарри поведет меня в кино. Джесси, не старайтесь казаться хуже, чем вы есть. Господи, ну зачем вы такая порядочная? Это отвратительно. Скажите, вы любите Боба? Только честно. Ну? Не знаю. И это ничего, что он работает у Херска. Не надо, Джесси. Почему не надо? Почему я одна должна мучиться? Почему Гарри должен быть лучше всех? Что вы все от меня хотите? Почему вашему Бобу можно работать у Херска, а Гарри нельзя? Почему всем можно, и только Гарри нельзя? Впрочем, ладно, пейте и молчите. А то я выругаюсь или заплачу. Как вам не стыдно, Джесси? И как вы так ничего не поняли ни в жизни, ни в Гарри. Я выберу из книги 10 кусков, перепишу их в виде статей. Так. Вы напечатаете их в своей газете, и у ваших читателей они будут иметь успех. Так. Это все. Скажите, Гарри, вы последние месяцы читали мою газету? Редко. Жаль. А вы слышали о той травле, которую против меня подняли? Край мух, какая чепуха с деньгами из Москвы. Эта чепуха чуть не стоила мне газеты. В течение 3 дней я оказался коммунистом, плохим американцем и платным агентом Москвы, издающим газету на русские деньги. Ну? Я был на грани гибели. И теперь, как только дело касается Балкана или России, я принужден, ну, как вам сказать, быть осторожным. Но даже и это приводит и в бешенство. И все-таки, может быть, вы вспомните нашу с вами молодость, Фред. Вспомните и рискнете. Простите, сэр. Нет, не рискну. В другое время, да, сейчас нет. Кто с вами говорил? Макферсон или Гульт? Не все равно. Поймите, я могу потерять газету. Вы ее уже потеряли. Неправда, я ее сохранил. Мэг! Вот что, Гарри, я могу вам дать работу, но только под другой фамилией и не о России, чтобы никто не знал. Вы как-нибудь проживете. Мэг, я позвал вас, потому что Фред торопится, а мне уже не на чем будет вас отвезти. Ну как, договорились? Договорились. Фред расскажет вам по дороге. Кстати, Мэг, послушайте в машине, что будет говорить Боб. Я помню. Да, Мэг. Я что-то вам должен был передать от Боба. Только забыл, что. Что? Нет, забыл.
Ну ладно, потом вспомню. Конечно, ничего не вышло. Да. Я так и знала. Внимание! Мы снова говорим с нашим корреспондентом Бобом Мерфи. На какой вы сейчас высоте, Боб? 28500! О, поздравляю, вы уже побили рекорд. Да, и мы на этом не остановимся. Мы с пилотом решили разорить фирму Хэтчисон. Каким образом? Летим на 35000! Вы, очевидно, в хорошем настроении, Боб. Если бы не ваш голос, мне бы казалось, что наконец-то я наедине с Богом. Прекрасно. Через 15 минут мы снова помешаем вам, Боб. Валяйте. Какого дьявола вам нужно? Не позволяйте им лететь выше. Самолет не рассчитан на 35 тысяч футов. Они сошли с ума. А какого черта вы платите им 30 центов за фут? Кто мог знать, что они полезут на 35 тысяч? В другой раз не платите им 30 центов за фут. И вообще не прыгайте, не шумите и не жестикулируйте перед микрофоном. Вы понимаете, что может быть катастрофа? Уговорить. Неужели бедняжке Мэг наконец-то улыбнется судьба? С Бобом? Да, старый бандит пера сильно оттаял. Дай бог им счастья. Что это? Такси. Такси? Я не вызывал никакого такси. Я вызывала. Ты уезжаешь? Да. Совсем? Да. Я сейчас выйду. Возьмите, пожалуйста, передний мой чемодан. Закурим? Закурим. Хорошо, что сегодня. Почему? Все сразу. Я знал, что так будет. Я не обманывала тебя. Я правда думала, что найду в себе силы остаться с тобой. И не нашла? Не нашла. Ну что ж. Я не могу быть хорошей женой, Гарри. Я вообще не могу быть хорошей. Если тебе нужна хорошая жена, женись на Мэг. Она хорошая. Только ты не сможешь любить ее. Возможно. Ну, боже, ну не говори со мной так, как будто я тебя не люблю. Я тебя люблю. Но, к сожалению, ты лучше меня. Если бы ты был немного хуже, мы были бы счастливы. Если бы ты один раз ради меня стал немного хуже. Ну что ты молчишь? А что мне сказать тебе? Да, конечно. Хотя почему? Ты можешь сказать мне, что я не смею бросать тебя в бедности и несчастье. Но в бедности и несчастье я буду только лишним твоим несчастьем. Я не могу так. Я не могу вот так в бедности. Нам вместе будет только хуже. Чем дальше, тем хуже. Я знаю себя. Надо уходить. Может быть, выпьем? Хотя нет, я уж выпила одна. Джесси. Не мешай мне. Я так люблю твои руки. До свидания, Гарри. До свидания. Что ты сказал? До свидания, Гарри Смит. Столик, сэр. Внимание! Мы снова говорим с нашим корреспондентом Бобом Мерфи. Боб, как вы нас слышите? Неважно! В самолете что-то дьявольски трещит. На какой вы сейчас высоте? 36200. Отлично, вы опускаетесь.
Нет, мы еще поднимаемся. Превосходно, мы ждем вас на земле. Боб Мерфи, мы ждем вас на земле. Сейчас летчик мне что-то показывает. Гарри! Гарри, если ты слышишь меня, имей в виду, что можешь получить остальные деньги за мой полет! Боб Мерфи, расскажите, что вы сейчас чувствуете? Идите к дьяволу! Я выхожу из вашей шайки! Итак, как видите, я написал честную книгу о России. В 47-й раз я вслух рассказываю ее содержание, потому что в нашей стране, в стране свободы печати, нет издательства, которое решилось бы ее напечатать. За то, что я написал эту книгу, меня лишили работы и вышвырнули на улицу. За то, что я езжу по городам Америки и рассказываю ее содержание, в нашей стране, в стране свободы слова, меня завтра вызывают на допрос в комиссию по расследованию антиамериканской деятельности. Но и это не заставит меня замолчать! Я долго и наивно думал, что Америка одна, а их две. И если мне нет места в Америке Макферсона и Харста, то я найду себе место в Америке Линкольна и Рузвельта. Америка — это не Уолл-стрит. Америка не 100 миллиардеров, не 200 газетных королей и не 1000 продажных журналистов. Америка — это народ, это мы. Нам говорят, что враги Америки за океаном в Советском Союзе. Ложь! Враги Америки здесь, за 4 квартала отсюда, на Уолл-стрите. Враги Америки здесь, за 400 километров отсюда, в Вашингтоне, в военном министерстве. Враги Америки — это те, кто говорит, что Россия грозит нам войной. Ложь! Нам никто не грозит войной. Это они, враги Америки, толкают нас на войну. Они говорят, что мы, американцы, сильная нация. Да, мы, американцы, сильная нация. Достаточно сильные для того, чтобы свернуть шею своим собственным поджигателям войны.